Здравствуйте, сегодня на объекте наносим известковый мармарин вот такого вот плана Calc Decor Maxi. Перед этим стены прогрунтовали грунтовкой акриловой Fade-Out. Вот, после ее высыхания наносим наш Maxi на толщину зерна и будем формировать карту мира. Вот. Материал очень легко наносится, пластичный, удобно работать. Цвет такой интересный у нас, фисташково-болотный. Вот. Будет у нас на выходе матовый мармарин, известковый. Наносим таким вот образом. Нанесли и формируем быстро начали. И потом слегка подрываем, он приглаживает и дальше. Вот. Получилась вот такая вот у нас стена уже. Спустя 20 минут пригладить. Итак, приступаем к приглаживанию. Как определить, что можно приглаживать? Это у нас нижний слой уже посветлел. Когда он посветлел, уже можно размачивать немного нашу фактуру. Размачиваем брызгалкой. И приглаживаем. Таким вот образом. Ну и после полного высыхания, еще минут не полного, а частичного еще высыхания, после приглаживания еще раз приполируем через минут 20. Ну и по окончанию покажем финишный результат. После высыхания вот у нас настолько посветлела наша штукатурка. Такой вот эффект у нас получился.